воспринимает вообще. Фальшивый враг. Ермик Меди, фальшивый Ерным. Фальшивый. Пизденничаешь. Да, и когда она особенно не любит, когда я вот так вот, у меня режим сна такой ужасный. Для нее я должна, короче, просыпаться утром, засыпать вечером в 9. Вот. Купил тачку, захотел. Вилдж или за городом, говорит. И не там, и не там. Купил тачку, захотел. Это дождь. Он же уже вроде закончился, нет, ребята? Когда были последние отношения? 2 года назад. 2 года назад последний раз. Просто ТикТок удаляет сообщение. А, да, кстати, мне он тоже задолбался этим. Вы жили с парнем? Нет. ПМ губ не хотите? Я думала об этом. Но не, не хочу, потому что я боюсь, что... Короче, мне не идут яркие цвета на губах. Розовые, красные и так далее. Это капец утяжеляет мое лицо. И вот если я даже там, не знаю... Поняли? Яркие цвета просто делаю. Там, салам алейкум, я похожа на проститутку. Вот, которые именно, знаете, вот прям вот такие... прокаженные, поняли? У меня сразу лицо какое-то странное становится. Вот я вам серьезно говорю. Поэтому я не использую вот эти яркие цвета. У меня всегда нюд. Что такое ПМ? Перманент губов. Перманент макияж. С парнем нет, я не желаю. Добрый день, как настроение? Отлично. Но я хотела бы с парнем жить. Вот серьезно. Смогла встречаться с парнем одного роста с тобой. Гуюс, говорит. Следующие отношения хочу, чтобы они серьезные были. Серьезные, знаете, чтобы мы жили вместе. Там вот такая вся тема. Сразу с парнем жить, сразу с мужем. Может. Ну, сначала с парнем же нужно как-то приглядеться, посмотреть. Вы парите? Да, я парю. Какое дело мужчины? Ой, это еще раз сначала. Капец, ты, конечно, 2-4-7 после никаха жить сразу, говорит. Не очень серьезно. Ты неверующая, да? Я верующая. Какое твое отношение к Махру? Нормальный. 30 плюс парень старый? Нет. Я, мне нормально, мне 30 плюс норм. Главное, до 40. Мусульманка или христианка? Мусульманка. Знак зодиака у меня стрелец. Русик онлайн места. Нет, блин, жалко, нет. Он сидел. Надеюсь, он зайдет, елки-палки. Как хочу с ним побатлиться, это вообще. Он мне настроение поднимает, он меня заряжает энергией. Русика люблю. Ты отвечаешь тем, кто понравится тебе? Нет. Я уже где-то, знаете, уже очень долго в инсте вообще не знакомлюсь. Не знаю. Не прикольно мне, поняли? Я тут обычно... Я просто ТикТока, знаете? Могу на людей подписаться и так далее. Ну, с которыми так боль-моль. В свои 20 я повидал в 6 играх. Важна ли нация для парня? Я не говорила уже 1000 раз, отвечала на этот вопрос. Все не знакомлюсь. Не знаю, не прикольно мне эта вся тема. Знакомиться-то мало. Как-нибудь судьба сведет, я надеюсь, с кем-нибудь.
серьезные парни не подходят в жизни, только бабники прям. Ну почему? Maybe подходит. Ну, не знаю, как будто в жизни подходит, либо какие-то слишком самоуверенные. Ну, а по фейсу там все очень плачевно. Либо какие-то маврики. Типа одно из двух. Либо старики. Не знаю, у меня золотой середины вообще нету. Когда в Алмату. Ой, ребята. С тебе познакомиться можно. Ну, знакомьтесь. Прям пикапер подходит. Нет, один раз со мной нормальный чел познакомился. Я просто голосовой нечаянно не тому человеку отправила, ему отправила вот такую позорку. Ужас. Нельзя хотя бы посмотреть, что за парень и чем занимается и так далее. Но я даже захожу, чекаю, типа, ну мне пофиг. Я не особо сейчас нацелена на отношения и так далее. Ну и в принципе мне лень, ребят, чтобы вы понимали. И мне лень. Не знаю, в Алмате, maybe, сейчас в Астане... Нет. И пиздец красивый, спасибо. Почему в Астане же лучше парни? Ну, я с родителями живу и не могу выходить часто гулять, поняли? А мне нужно и с Мусей погулять, с подругой своей, там, и туда сходить, и сюда сходить. И при этом, где я время найду для мужиков? Там, на свидание. Да мне не прикалывает это особо, если честно. Если бы я хотела отношения сильно, да, я, допустим, я бы нашла. Но я не вижу, типа, смысла какие-то несерьезные отношения строить, несерьезное общение, которое никуда не будет вести. Я не такой человек. Я романтик. Тогда таки останешься, будешь жить на шее у родителей всю жизнь. Ну ладно, ничего страшного. Для мужиков ты одного не рассматриваешь, да. Губы не свои. Нет, не свои. Сколько детей хотите? 3-4. Парень будет возить. Ну, вы станете прям работяги, парни. Блин, господи, ничего, телефон не отражается. Привет, Тимбров. Мне, ребята, пофиг, чего прям кого-то... Прям. Значит, пацанов сейчас мне пишите. Когда-нибудь, ну, я как-нибудь тут, я... Вы думаете, я пропаду? No. Ну, хотя, ладно, это возможно. У меня характер такой ужасный, если вы, чтобы вы понимали. Я еще такая, знаете... нахуй я так делаю? Исманов, спасибо, Усманов. Чтобы вы понимали, я очень придирчива просто. Просто очень этот... придирчивая, нереально придирчивая. Из-за этого, да, я могу, типа, остаться в тридцатник, в 40 лет, типа, одна, смело. Название Лин, скажите. У меня не линзы, бесценный ручник его лайснит. Нормально, Айбара. Всем лайсн. Вы зубы где лечитесь, наверное, стоматологии. Я не знаю, меня мама водит в какую-то клинику. Я не знаю. Это ужас какой-то. Я же говорила, что избалованный ребенок. Вот. По таким местам, типа, мне мама возит. Она сама там с врачами общается. Даже не знаю, что у меня там творится. Типа, ее просто в курсе ставят, я вообще не в курсах. Когда последний раз лечились? Годик назад, наверное, тоже летом. И все. Привет, Мубараков. Учитесь. Ну, да. Ужас, ребята, я спать хочу вообще нереально.
Я боюсь уснуть.